последний раз вместе. Лидеры европейских стран весь день обсуждали, как же ЕС жить дальше, без Лондона. В бельгийской столице проходит экстренный саммит по этому вопросу. И по традиции участники сделали общее фото. Возможно, это последний снимок, на котором присутствуют все 28 стран-членов ЕС. Уже завтра встреча продолжится без британского премьера. В Европарламенте приняли резолюцию с призывом срочно запустить Brexit, то есть активировать статью 50 Лиссабонского договора и начать процедуру выхода Британии из ЕС. За документ выступили 395 евродепутатов против 200. Вот эта статья 50 гласит, что любое государство, член Евросоюза, может принять решение о выходе из объединения. Для начала страна должна формально уведомить Брюссель о подобном намерении. В случае с Британией переговоры о выходе из Союза должны стартовать в сентябре. But I would like to underline very, very clearly. Я хочу очень четко подчеркнуть, без уведомления со стороны Лондона мы не начнем никаких переговоров о выходе или будущих отношениях. В день после референдума, возможно, это очень личное, но я все-таки скажу. Тогда я почувствовал, что кто-то очень близкий мне покидает наш общий дом навсегда. А еще я почувствовал, как мне дорог этот самый дом. Ну а премьер Бельгии Шарль Мишель призвал британские компании переехать в его страну, когда Лондон выйдет из ЕС. Так им будет проще торговать с государствами Европы. Он полагает, что 20% британских компаний готовы покинуть Соединенное Королевство прямо сейчас. Об этом премьер заявил в интервью бельгийской радиостанции. При этом он подчеркнул, что речь идет преимущественно о тех компаниях, работа которых связана со странами ЕС.